Блестящий паркет, сотни грациозных пар, кружащихся в вальсе. «Огни столицы» – именно так называется фестиваль спортивного бального танца, который прошел в Чебоксарах. Организатор фестиваля – танцевально-спортивный клуб «Стиль». Саранска. От категории «Дети 0» до молодежи и взрослых. 33 клуба, 17 городов, 9 регионов. А в целом более 400 пар соревновались между собой за звание лучших танцоров межрегионального уровня. Ишкар-Ала, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск. География конкурса довольно обширна. Конкурс проходит замечательно, Саша. Очень рад за организаторов, прежде всего, за клуб, у которого юбилей в этом году, танцевально-спортивный клуб «Стиль». Хороший уровень танцоров. Чебоксаров всегда был хороший уровень. Тем более, что приехало много спортсменов из 8 регионов или даже из 9, по-моему, регионов. На суд зрителей были представлены вариации венского вальса, фокстрота и квикстепа, танго, румба, самбо, пасодобле, ча-ча-ча и джайва. Турнир по массовому спорту проводится вот уже в 11 раз. Но к этому фестивалю коллектив «Стиля» готовился особенно тщательно. «Огни столицы 2015» приурочены к 20-летию клуба. Замечательнейшие пары. Приехали коллеги судейской, такая, что вот это все люди, которые просто любят бальный танец, они просто прям вот серьезно относятся к нему. И оценки этого турнира, вот насколько я знаю, вижу, смотрю, анализирую, да, и вижу, что они очень адекватные и очень приятные. Для Никиты и Саши участие в турнирах далеко не в новинку. За свои 10 лет существования пара уже не раз принимала участие в подобного рода чемпионатах. Когда публика тебя поддерживает, у тебя самой идет как бы... Это все происходит, ну, от души, да. Когда танцуешь, ты чувствуешь этот танец прям каждой частичкой своего тела и хочется показать все на все, на что ты способен. А у Полины и Антона все еще впереди. Ну а пока они гордо держат первые награды, учатся уживаться в паре и с огромным удовольствием танцуют. Тренеры очень постарались, как все украшали. Мне понравилось. Жаль, у меня просто выброс энергии мне нравится, а в венске мне нравится, как надо руки держать. Терпение, серьезный труд и немало времени. Однако для того, чтобы оказаться на пьедестале, этого недостаточно. Пожалуй, истинную цену в прямом смысле слова всему этому великолепию знают только родители. В этом элитном виде спорта мамы и папы не только болельщики. Они и парикмахеры, визажисты, стилисты. Как будто сама я там выступаю, участвую. Пар, пот выступает, нервы, слезы даже иногда. Очень волнительно. Мы хотим стать чемпионами мира. Поэтому будем стремиться. Наши спортсмены показали себя достойными соперниками. Незабываемые просто. Свой турнир, мои стили. Не ожидали. Очень понравилось танцевать. Паркет очень хороший. Даже очень понравилось все. И первое место очень неожиданно и прям очень приятно. Юлия Важинина, Игорь Зверев, Республика.